Часто возникает вопрос, как убрать антивирус на Windows 10, который очень сильно мешает при установке разных программ. Возможно, там нету никаких вирусов в вашей программе, которую вы устанавливаете. Но антивирус, тем не менее, не дает развиваться процессу. Поэтому покажу, как отключить на время антивирус Avast антивирус на компьютере. Все делается буквально несколько секунд. Значит, заходим вот сюда в Tray. Находим значок Avast антивирус. Нужно кликнуть правой кнопкой. Появляется такой экранчик. И второй сверху — управление экранами Avast. Дальше. Улучшить, выбрать вариант. Отключить до перезапуска компьютера. Окей. Остановить. Все, ваш компьютер отключен на время. До следующего перезапуска.